И для того, чтобы ознакомиться с содержанием типового предмета на нашем сайте, мы откроем предмет «Экономическая теория», например. Вот этот предмет открываем. Соответственно, права к этому предмету заранее выданы. И мы видим, как оснащен типовой предмет на страничке для студента. По данному предмету мы видим наличие учебника, необходимых тестовых материалов и тренажеров для подготовки к тестам, методические материалы, а также целый перечень презентаций, которые можно смотреть прямо со странички. Эти презентации используются на занятиях со студентами. Студент может в любое удобное время посмотреть эти презентации, которые преподаватель использовал в ходе лекционных занятий. Эти презентации студент может развернуть во весь экран. Или снова свернуть в окно. И самое интересное, что имеется в учебном процессе нашего филиала, это наличие видеолекций или скринкастов, или подкастов. Это все синонимы. По-русски можно назвать видеолекциями.